Свыше 130 заявок поступило на участие в конкурсе «Самарская масленая. Гостья дорогая». Одни из претендентов на победу – воспитанники Центра эстетического воспитания детей и молодежи. Здесь школьники занимаются песнями, танцами и рукоделием. Как говорит преподаватель учреждения, участие в конкурсе для ребят – хорошая практика. Конечно же, необходимо объяснить детям истоки, откуда появился этот праздник, как он праздновался, какие основные элементы бытовали, например, у нас в Самарской области или вообще повсеместно в России. И, конечно, это прежде всего позволяет им развить свою национальную идентичность, понять, кто мы, какие традиции были на нашей земле. Чтобы принять участие в конкурсе, воспитанникам было необходимо изготовить своими руками ростовую куклу высотой не менее 50 сантиметров. Ребята решили выполнить ее в современном стиле. На всю работу ушла неделя. Они сшили костюм, сделали украшения и нарисовали лицо. Каркасом для куклы послужила деревянная крестовина, а наполнили масленой синтепоном. Это очень веселый праздник, мне кажется. Вот, мы с семьей празднуем сами дома, вот, и здесь тоже хотелось приобщиться к общественным праздникам. Маслёна для конкурса может быть выполнена в разных техниках с использованием любых материалов. Заявки на участие будут приниматься до 7 марта. Лучшие работы представят на главной площади города во время проводов зимы. Мария Ильчан, Василий Кладашов, «События».